Семейная пара, состоящая из фотографа и фуцелиста, создали творческий тандем. Вместе супруги сделали серию коллажей под названием «Холодные ноги». Причем речь идет скорее не о ногах, а о лапках. Лягушки, ящерицы и крабы играют в карты, вяжут и сидят в баре. Смысл коллажей – показать сходство человека с тем или иным животным во время разных занятий. Например, как женщина похожа на куриц, когда красят ногти. Те, кто не умеет фотографировать, но хочет творить, берите пример с Леоноры Макнейр. Девушка лепит копии фотографий известных мастеров из пластилина. Увлечение родилось в ее голове совершенно случайно, но выставленная в сети фотография работы и отзывы друзей подтолкнули продолжать творчество. Все, что нужно для создания таких шедевров, это пластилин, нож и стакан. Очень популярно в последнее время миксовать между собой разные виды искусства. Также поступила художница Хезер Хансен. Ее картина привлекает больше внимания не в готовом варианте, а в процессе создания, поскольку, рисуя их, художница танцует. Держа в руках уголь, извивается по полотну и тем самым собирает вокруг кучу зевак. Казалось бы, в творчестве Хезер очень ограничена, но на самом деле все ее картины кардинально разные.